Мы снова в кафе «Пион» в кинотеатре «Пионер». Непрописные истины воспитания. Советы Симона Соловейчика учителям и родителям. Почаще спрашивайте, а ты что думаешь? А ты какого мнения? Иметь свое мнение должно считаться в классе доблестью. Вообще не бывает другого мнения, кроме своего. Не бывает другой картины мира, кроме своей. Не бывает другого знания, кроме своего. И поэтому все, что мы делаем в школе, это не передача чьих-то знаний ребенку, а формирование его собственных пониманий и знаний. Поэтому его мнение гораздо важнее точного и правильного ответа. Пусть ошибается, но ошибается сам, проходит через ошибки, и мнение ребенка и есть наша цель. Как только мы это поймем, мы будем успешными и педагогами, и родителями.